Так и что? А что сделали на самом деле? На самом деле по-другому сделали? Ее сделали по-другому. Вот надо Музыкина, и Музыкин, он тогда, он помнит вот это все, что делали. А его нужно для того, чтобы он сказал, где, собственно, прорвало, да? Нет, где идет трасса. Потому что никто не знает, где трасса идет. Ее нигде не... И вот сейчас непонятно, да, из какого места выходит? Да. Ну, а здесь, я так понимаю, проезжать опасно. Да? Тут уже яма, там уже не достают этого. Не опасно? Нет, там не достают уже. Палка уходит полтораметровая в землю. Там, тут уже вот именно вот в этом месте, где лужа. Да, это уже провалилось. Ну, нам просто звонили, рассказывали, что встрял в яму человек. Но это сегодня случилось? Да, с утра же, ночью где-то. Ну, ночью где-то пошло все. И она-то была рассчитана на один кирзавод, а сейчас подключили белокаменный, подключенный этот, раздольный. Ой. А как он выскочил, слушай? Так, это сколько примерно? Метра полтора. Метра полтора яма. То есть я так понимаю, что это вымыл вот эти сточные воды, они вымыли грунт, да, вымыли вот эту дорогу. Он подмывает, и все, он проваливается, и... Отлично. Сюжет для чего? Отлично. А тебе ты повезло, тебе тут камушки лежат. По камням просто проскакал. Бух, я проскочил, вот так.